воскресенье в Самарской области пасмурно, временами дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный, порывистый, до 12 метров в секунду. В Сызрани днем переменная облачность, дождь, плюс 15, к вечеру плюс 12. Ветер северо-западный, 10 метров в секунду. В Тольятти облачно, дождь, плюс 15, ночью плюс 12. Северо-западный ветер, 7-10 метров в секунду. В Самаре днем дождь, плюс 14, к вечеру плюс 12. Ветер западный, порывистый, 10-12 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.